Господин капитан, пройдите в бункер. Курт, дай мне чемодан. Дай мне чемодан. Давай. Тяжелая работенка. Самое главное, чемодан. Вот он. Ганс, привяжи лодку покрепче. Я нашел его, господа. Вот. Давайте его сюда. Нет, чемодан останется у меня. Спасибо. Отдыхайте. Есть, господин капитан. Капитан, капитан, вы не имеете права. У меня инструкции. У меня тоже инструкции. Немедленно отдайте мне документы. Я передам их профессору Арнгольцу. Да кто такой, черт возьми, этот ваш профессор Арнгольц? Вам этого знать вовсе не обязательно. Меня предупреждали, что кислота, которой вы здесь пропитались, дурно действует на мозги. Но я не предполагала, что до такой степени дурно. Не забывайте, что это я доставил вам акваланг. Вы просто шестерка. Крайний. Самый ненужный человек, которым всегда можно пожертвовать. Что вы сказали? Что? Это неслыханно. Это неслыханно. Мы получили ваш оптимистический отчет. Я бы не назвал его оптимистическим, Георгий Николаевич. Вообще, товарищ генерал. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет. Есть. Крот пока не выявлен. А вы думаете, этот майор на крота не тянет? Не тянет. Ну ладно, оставим это. Что с чемоданом? Я уже писал вам в отчете. Чемодан утонул вместе с машиной. В затопленном карьере в районе Каторжанки. Там 100 метров глубины. Ни одна живая душа туда не донырнет. А я хочу развеять ваш оптимизм, Валентин Васильевич. Вот газета. Французская газета называется «Веси Либера». Читаю. Вчера два офицера наших славных ВМФ, Жаков Кусто и Эдмон Ганьян, провели успешные испытания аппарата для дыхания под водой на глубинах до 120 метров с помощью сжатого воздуха. Запомни, это день Франции. Это что, эксперимент? Нет, это не эксперимент, аппараты уже изготавливаются. Их скупает на корню военное ведомство Виши и перепродает, между прочим, немцам. Да, умеете вы, Георгий Николаевич, успокаивать. Валентин Серафимович. Дальше серьезно. Ставка начинает очень большую войсковую операцию. Я считаю, что операция ничего не даст. А вы подумали о том, что если документы уже у курьера, то он каким-то образом должен выползти из-под земли. И доставить чемодан в Швецию. Мы каждый день об этом думаем. Без крота наш курьер никто. Волочко! Я, товарищ майор. Лови. Да? Вы в госпиталь за спиртом. Скажи, мол, у Рукавишникова рана открылась. Так вы уже говорили про рану. Не дадут. Ну, водки купи. Так барыг всех разогнали. Где водки-то взять? Да что же это за город, а? Ваша правда. Так. Ты что, не те мало, что ли? Ты не знаешь, где самогон взять? Давай за самогоном! Ах.
средства. Так, понятно. Рядовой Пинчук. А? Пинчук! Я. Че, массу даем на посту? Нет. Нет. Иди отдыхай. Но... А... В казарму отдыхай. А... Есть. Иди. Эх, Улит Карповна. Ну что? А? Ничего. Сижу. А ты, я вижу, здорово датый. Что ж ты натворил-то, Иван Гордеевич? Да ничего. Подсунули какую-то гадость. А-а-а. Они могут. Кто это они? Как кто? Эти сволочи. Им бы только усадить, уничтожить. Ни совести, ни жалости, твари. Ты вот что это, ты это, Николай, ты меня не провоцируй. Почитай. Это чего? Чего? Из дела моего. Не знаю я никаких дел. В глаза не видел. Сволочь какая-то подсунула. Ну вот подсунули и читай. Это жену мою, Хелю. Германской шпионкой сделали, пока мужа-то нету. Хеля моя. А знал бы ты ее, Иван Гордеевич, нежнейшее создание. И вот к ней спецсредства. Ты вот, Иван Гордеевич, знаешь, что такое спецсредства? Знаешь? Тебя вот изобличили, а пальцем тебя кто-нибудь тронул. Пальцем тронул. А к ней, девчонке, спецсредства. Ну, знаешь... Лес рубят. Да, знаю. Все мы так говорим, пока нас это не касается. А ты, Иван Гордеевич, про жену, про свою, про Улиту Карповну подумал? А про дочку, про свою подумал? А? Вот сижу, думаю. А ведь этот гад может и к ним спецсредства. Какой гад? Какой? Да ты на подпись-то глянь! Тварь! Что ж ты? Допрос проводил, сирота. Ты, Иван Гордеевич, сирота. Лучше уходи. Может, на хуторке я... На каком затихаришься и, может, спасешься, может. Так, сирота, подведем итог. Если Черепахин крот, то стрелял в лесу именно он. Иван Петрович! Иван Петрович, М? Мне вам нужно рану обработать. О, конечно. Поднимите, пожалуйста, рубашечку. Угу. Так. Больно? Нет, Зиночка. Наоборот даже. Хорошо отрезвляет. Да.
Оно здесь, знаете, ткань хоть и мягкая, но потом проблем на всю жизнь. Тут бы с несколькими днями разобраться, а уж жизнь как-нибудь сложится. Все? Да. Да, можете опускать. Так. Мне вам нужно еще укольчик сделать. Поднимите, пожалуйста, рука. Сейчас. Так. Блик. Стоп. Я помню такой блик. Там в лесу на стрелявшем что-то блестело. Но тогда это мог быть не только Черепахин. Блестеть могли и погоны Рукавишникова, и часы Летягина, и слуховой аппарат у Кривули. Ну что, Улита Карпова, да? Что делать-то, а? Давай, давай. Думай! Думай, солдат! Да я тебе серьезно говорю, так и было. Ну да. Здрасте вам, да? А те, говорит, вешали, смотрят на него. Капитан, дорогой. Я не вешу, есть такая? Ни одного человека. Дадите? Ну, слушай. Не был. А то я ищу. Нет телефона в шестом кабинете. Ах ты, гаденыш. Понял. Слышишь меня, сирота? Понял, товарищ полковник. Можешь их к стенке поставить. Девочки, вы не видели, где Иван Петрович сирота? Да вот он. А. Иван Петрович, мне вам нужно еще раз укольчик сделать. А, укольчик, это хорошо. Угу. А клизмы, Зиночка, у вас тут не ставят? Ставят. А вам нужно? Не нужно, мне только что поставили. Такую хорошую, двухведерную. Двухведерных не бывает, Иван Петрович. Бывают. Капитан Сирота. Это хорошо, что вы Черепахина отпустили. Какой он к черту шпион? Ну, хороший. Ага. Добрый, простой. Хороший. Стоп! Как это отпустили? Так, протокол допроса Халина Рукавишникова. Рейдер. Ты чего, майор? Ты! Давай без своих приемчиков, я стреляю быстро! Хорошо, ты только не дури, майор. Ага. Не дури. Ты чего хочешь? Я хочу, чтобы ты сожрал это все. Вот это? Вот это! А где ты это взял? Я взял это в столе у Черепахина. Жри, тварь, а то выстрелю. Жри! Чё, дал под себя? Да? Жрёшь как миленький. Mm-hmm. Запить дашь? Сейчас запить тебе дам. Чё, обделался, капитан? Да, ты, видать, только с бабами герой. За что ж ты её? Кого? Хелю, жену мою. Жену? Ага. Ну вот ты хочешь верь, хочешь нет? Липа всё это.
А, липа. Угу. А, вон она как. И для того тебе, дураку, ее и подсунули, что ты меня вот так взял и по глупости шлепнул. Ага. А насчет бумаги-то я ее хоть всю папку сожру, ага, чтобы живым остаться. Потому что очень жизнь нужна. Чтобы ага, твои, черепахинские, свои ошибки поисправлять. Ты давай. Че ты мне тут городишь? Ты не отвлекайся. Не на дурачка напал. Ага. Да ты сам посмотри, сравни. Эту липуху здесь напечатали, даже Черепахин это заметил. Вот, смотри. Ну ты дурак. Ничего не видишь? А ты посмотри, посмотри. Буквы, видишь, прыгают? Р и Е. Вижу. А теперь вот сюда посмотри, это бланк. Вашей комендатуры, ничего, рука поболит, перестанет. Сюда посмотри, какие буквы. Буквы какие! Е! Дурак-то. Ты просто не понимаешь, что ты по глупости своей теперь к стенке пойдешь. В лучшем случае в штрафбат. Я уже ничем помочь тебе не смогу. Да и некогда дураком тобой заниматься. Пошли. Куда? В госпиталь куда? Фамилию поменять. Взвоют деды-прадеды. Вот и закончилась фамилия. Будто и не было Черепахиных на белом свете. Опа. Так. Одну секунду, товарищ лейтенант. А что такое, товарищ? Извините. Так, начальнику Винницкого майору Р. Е. Р. 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 Так, а кто обычно пользуется машинкой? Ну, я. Запрос печатаю. У нас с пожарными помпами черт чего творится. А начальство, сами знаете какое, вот приходится писать. А еще кто? Ну, да мало ли кто, господи. Ну, вот последние 4 дня. Последние дня 4, ну... Ну да, да. А, ну, лейтенант Летягин, начальник связи. Так. Да и все. Спасибо. Пожалуйста. Не забудьте передать информацию. Угу. Здравия желаю. Ксюш, это передать надо. Угу. Девчонки, у вас тут лейтенантик. Уважаемый товарищ СМЕРШа, вы, когда притворялись корреспондентом, то казались гораздо симпатичнее. Девушки, ну что же вы органы и в смущение вводите, а? Ну вот вы нас коллективно сфотографировали. Так. Так, а фотокарточек нам не раздали. Не раздал? И в газете не пропечатали. И не пропечатал. Не пропечатали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, дорогие девушки, значит, перед лицом вот этого вот телефонного узла торжественно клянусь, что как только... Я знаю, как только, так и сразу. Точно. Слушайте, а вот этот ваш
Симпатягин? Летягин. А, Летягин, Летягин. Да, да. Он, я смотрю, там печатная машинка у него, да, и он что-то там попечатывает. Он стихи печатает. И очерки я в окружную газету. Но стихи у него лучше получаются. Понимаете, у него личная драма. Поэтому из него стихи так и прут. Но это я вам по секрету рассказала. Я могила, могила. Он только в личное время, не в служебное. Это же не запрещено? В личное? В личное. В личное даже поощряется. И стихи вообще отличная вещь. Слушайте, да он мне сейчас так нужен, а где найти-то его? А он у себя в четвертой комнате. В четвертой? Да, там такая табличка на двери. Майор Коптелин. Спасибо. Ну, значит, как только... Так сразу. Псалтырь. Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих. Не слышно ходите, лейтенант. Обычно. Двумя ногами. Верующий? Да нет. Так взял почитать для общего развития. Я люблю это дело, а здесь читать нечего. А здесь раньше геодезист жил? Ну да. Коптелин. Коптелин. Вот все имущество его. Так. Книжечка, наверное, тоже. А что за карты? Не знаю. Я в картографии не разбираюсь. Странно как-то получается. Здоровый мужик и вдруг утонул. Да еще с двумя женщинами. Потрое обычно не тонут. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и приготовляет для него сосуды смерти. Сосуды смерти. Красиво. В чем дело? Гуслов объявился. Где? 17-й квадрат. Отлично. Может, будем отправлять группу? Нет, нам туда идти нельзя. Там патрули с собаками. Достаточно, что мы лемки потеряли. Пусть идут русские. Мы должны уничтожить карту. Вызывайте русских. Штайн, вызывайте русских. Галина, да? Сергеевна, вы позволите, я вот сюда положу. Это что это? Можно? Это на удачу. Пули, что из меня вытащили. Они вот, когда лежат на ране, это проверено, заживает как на кошке. Правда. Если как на кошке, то пожалуйста. Да. Да. Галина Сергеевна, да? Там двух тяжелых из Немирова привезли. Хорошо, сейчас иду, дай повязочку. Здрасте. Здрасте. Опа.
Аккуратней, товарищ майор. Ага. Пойдем. Там у одного огнестрельная в области грудной клетки, а у второго осколочная крышина. Ну что, пошли. Вань. Ну и чего ты, чего? Ну, что? Вань, ты меня вытащишь, а? Вытащишь, вытащишь. Если крота найду и черепахина. Я тебя прошу, может, ты постарайся, может, успеем, может, мне к стенке-то не сразу того. Да буду, буду я искать. Только вот от штрафбата, извини, я тебя уже отмазать не смогу. Это хоть, это, как говорится, я искуплю, это я кровью смою. Это уж будьте любезны. Ты пойми, как Хеле-то будет, каково? С мужем-то, предателем. Совсем. Mm-hmm. Совсем я вот только знаешь, чего не пойму? Что? А вот чем ты раньше-то думал? А? Это я, Вань, думал. Это водка думал. Ага, так вот ты какой вроде Караваев. Он же профессор Арнгольц, Рогволд Теодорович. Товарищ полковник, ответ на ваш запрос. Давай. Вот к этому же из хакерского отдела. Читай. Считаю своим долгом доложить, что чертежница третьего от техотдела Екатерина Лучинская из дворян еще в 18 году вступила в порочную связь с германским гражданином Арнгольцем, с коим поддерживала порочащие советского человека отношения, позорным итогом которых стало рождение сына, коего она зарегистрировала на свою фамилию. Ну и что теперь с этой Лучинской? Ну вот, исходя из документов харьковского НКВД, ушла с немцами при отступлении. Mm-hmm. Это сколько же получается теперь лет? Его сынули. Давай считать 18. Значит, сейчас ему должно быть лет 25. Как раз подходит к запросу нашего Думанского об этом Арнгольце. Только если у нас в нашем славном винницком гарнизоне некто по фамилии Лучинский. Нет. Такой по нашему списку не проходит. Да потому что без них мы просто два шлепаря, которых вздернут на первой сосне без суда и следствия, как поймают. Говорил тебе, рвать надо. У нас к силами полный голяк. Подрежем кого-нибудь. Ну и дешевый ты фраер, Яра. Я не фраер. Подрезать невелика наука. По нашим хайлам везде уже установки разосланы. А нам прятаться не привыкать. Всю жизнь прятаться не будешь. А если немец верх возьмет, то наша жизнь, считай, уже сложилась. Не нравятся мне эти жабы. Ну, нравится, не нравится. А сейчас идем в 17-й квадрат. А дальше видно будет. Плохо. Эх, вот сейчас, если бы ты не болел, и знал бы, как нужна эта карта. Всем, всем очень нужна. Даже Рукавишникову. Хоть он и дурак. Но, с другой стороны, кто из нас по водке не дурак? А я вот никому не верю. И даже себе уже не верю. Мне всего 30 лет, а я уже старик почти. Это потому, что те, кто не верит, они быстро-быстро стареют. А сестра у тебя красавица. Потому что верит. Да дура она в тебя втюренная! Сереж, лежи, лежи. Тихо, лежи. Сереж, лежи. Тихо. Иван Петрович, я вас очень прошу, ради бога, не трогайте Сережу, ладно? Я вам помогу. Я знаю, где эта карта. Внимание! Первое отделение за мной! Второе отделение вдоль реки! Быстро! Не растягиваться! Потянулись!
ненавижу собак. Когда отвяжемся от этих жаб, махнем басмачам в Туркестан. Я как-то сидел с парочкой сексаулов на барнаульской пересылке. Так вот. Смотри, на курок не нажми. Не нажму. Не боюсь. Так вот этим сексаулом никакая советская власть не указ. Сегодня он по кишлакам на коне, а завтра в Афганистан или в Китай караванщиков трусить. Так ведь в Америку. Так, 17 квадрат. Там, пошли. Давай, давай, быстрее. Оп. О, начальство. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ капитан. Где группы? Одна группа пошла вдоль речки, вот там вот, а вторая вдоль горы. Ясно. Зиночка, вы так замерзли? Нет, нет, не замерзну. Ребята, а есть что-нибудь накинуть? Да, вот есть у вас тут килогречка. О, отлично. Так, это давайте сюда. Угу. Надевайте. Спасибо, Иван Петрович. Вот. Ну что, ведите? Идемте. Товарищ капитан. Капитан, мы с вами. Не-не, оставайтесь здесь. Оставайтесь. Есть. Яра. Ну, здорово, что ли, Герр Густлов. Да. Вот так вот. А говорил бы... Ладно, ладно, карту давай. Человек, Иван Петрович. Да. Я даже заметила, что вы ходите странно. Днем у вас одна походка, а вечером совсем другая. А еще я заметила, что вы даже следов за собой не оставляете. А нельзя, Зиночка. Лес, он только на первый взгляд такой. Тихий, безлюдный. Иван Петрович, а вы знаете, я в нашей библиотеке читала книжку про лес. Знаете, какая интересная? Там про индейцев написано. А еще там много говорят про следы. Но... У нас лес не индейский, он удобный. Аккуратный человек пройдет, ни одной зацепки не оставит. И страшен он, между прочим, тем же. Вот. Вот он здесь, Иван Петрович. А, вижу, вижу. Вон он. Подождите, Зиночка. Подождите. Опоздали мы, Зиночка. Минут на 10, но опоздали. Ну что, молчишь, вражина? Молчит. А может, что-нибудь скажешь? А то ведь сожрет тебя тварь лесная без всякой пользы. Погоди-ка. Спасибо. Иван Петрович, а что это вы надумали? Он же мертвый. Ничего, ничего, Зиночка, он хороший мертвый. Так. А ведь повезло нам, Зиночка. Дождь прошел, и краска вся у него на рубахе осталась. Вот она. Это карта. Вот она. Яра, давай. Давай, 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 Яра. Капитан, ложись! Ложись! Зина! Быстро! Встряхнитесь!
я его добью! Иван Зина! Гордей! Иван Гордей! Не разговаривайте, тише-тише! Дышите медленнее, пожалуйста, дышите медленнее, медленнее! Дышите, 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 дышите. Тихо, тихо, тихо. Дочка. Тихо, тихо, тихо. Иван Гордеевич. Капитан. Тихо, пожалуйста. Не виновен я. Ошибка у вас вышла. Оплошал я. Не разговаривайте, Иван Гордеевич. У вас пули в легких, захлебнетесь. Ты вот что, капитан. Тихо. Сделай так, чтобы я предателем не был. Да, а да. То жена Ульяна без пенсии, понимаешь? Да глупый вы человек! Глупый, глупый! Дурак! Кольку Рукавишникова зазря подставил! Ему теперь что это? Штрафбат грозит? Не разговаривайте! Ваня! Тише, 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 я здесь! Ваня! Видел я! Ледягина видел. Он. Он, сукин сын. Все разговоры, Что за глупый такой человек? Что за глупый такой? Иван Гордеевич! Эй, Иван Гордеевич! Значит так, лейтенант, сейчас делайте вот что. Давай, давай, быстрее, Яра, Яра, быстрее. Что это? А? Ракета? А? А? Что? Ты что? Уходим! Быстрее! Так, это озеро. Остановитесь здесь, а я туда! Яра, не отставай! Давай, давай, Яра! Вперед! Быстрее, быстрее, быстрее! Живыми, брать! Живыми! Господин капитан, сектор С. Вы знаете инструкцию. Пошел, пошел. Что? Ну вот и все.
кажись, тоже забегался. Жабы! Вода! Давайте вытаскивать его на берег! Живой! Живой сволочь! Лейтенант, не трогайте его! Слушаюсь, товарищ капитан! Отойдите в сторонку! В сторонку! Я сам! Капитан, я не хочу умирать! Тогда говори! Что? Кто Крот? Не знаю! Я не знаю, но кто-то из ваших жабы называли его псаломщик. Имя его! Его настоящее имя! Говори! На носилки! И поаккуратнее там! Ценный груз! Эй, смотрите, не уроните! Все! Зиночка, приехали! Через полчаса машина работала! Ясно? Выполняйте! Сейчас, секунду! Лейтенант! Я, товарищ капитан! Лейтенант, значит так, сейчас возьмете 6 бойцов, двоих поставите на главный и двоих на запасной. Остальные пусть смотрят за окнами, важно никого не пропускать, ясно? Слушай, все выполняйте. Савченко, Савченко, где второе отделение? Сержант, понятно, подойдите сюда. Так, бойцы. Товарищ капитан. Сержант, проводите, пожалуйста, направляемся вот к центральному Зинаиду входу. Алексеевну. Быстро, быстро. До дома. Есть. Может быть, я с вами, Иван Петрович? Нет, нет, нет. Не возражайте, Зиночка, не возражайте. Тем более у меня еще там дела в комендатуре. До завтра. До завтра. До встречи. Лично отвечаешь. Лично отвечаешь. Выполнять. Товарищ лейтенант, нужно расставить людей по периметру здания. И одно отделение, я думаю, возле дороги. Идемте. Масленников! Масленников, ко мне! Лейтенант. Летягин? Ну да. А, это он только что был здесь. Его там нет. Нет? А, ну, может, он у себя там в четвертой комнате. Понял. Работайте. А, есть. Товарищ СМЕРШ. Фотокарточки. Сюда! Ушел! Кривуля! Чё? Тушите тряпками, без воды! Давай, лейтенант! Лейтенант! Берите своих людей и за мной! Тряпками за мной! Туши давай! Ай! Ай!
Эй, активней давай! Да, товарищ генерал, я уверен. Псаломщиком может быть Полозов Константин Макарыч, старший техник электростанции имени Куйбышева. И еще. Нужен срочный запрос по Летягину. Ребята! Второй взвод. Становимся здесь, проверяем оружие. Оружие приготовили. Петренко, фурман ко мне. Да. Значит, брать живыми. Только живыми. Ясно? Есть. Поэтому идем тихо, не шуми. Петренко, берешь своих людей и ведешь их к хате Макара. Не стрелять! Аргонь! Не трать патроны! Выходи с поднятыми руками! Летягин, и ты не стесняйся! Псаломщик, кончай распевать псалмы! Не отпевай себя и сынка своего раньше времени! Кривуля? Кривуля, ты откуда здесь взялся? Ты как здесь оказался, старик? Помочь вам хотел. Из кабинета Коптелина туннель сюда ведет. Все. Отвоевался, Кривуля. Ну что ж ты, старик, под пули ты полез. Товарищ капитан, что? Да подожди, подожди, подожди. А кому лезть-то? Вы молодые. Вам жить надо. Он ведь, гад, уйти хотел. Нырнуть. А я успел. Вот видишь, и он. Успел. А летяк гаденыш ушел. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Где? Это! Что там? Посмотрите! Что? Всем мотать отсюда быстро! Уходим быстро! Валите отсюда! Укрытие! Укрытие все! Уходим! Быстрее уходим! Эх, Кривуля, Кривуля. Быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. И пожелтевшее письмо осталось без ответа, так уж суждено. Как будто эхо вдалеке, мы
Мотив звучит несомый ветром налегке, тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. Как листья осенью с деревьев сорвались, пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил 3 дня, 3 ночи я до той весны.